43 бриллианта, 20 рубинов, 10 сапфиров. На самом деле, через это маленькое помещение в месяц проходит примерно 40 тысяч драгоценных камней. Так начинается производство ювелирных украшений российских. На одном из главных ювелирных предприятий страны руками самоцветы не трогают, чтобы не затмить сияние. Филигранные традиции, технологии и история завода достойны энциклопедии. Были сложены воедино еще указом императора Николая II. Это Петербургская школа ювелирного искусства. Каждый камень проходит входной контроль. Да. Сейчас я отсматриваю огранку, наличие дефектов. А часто ли вам приходят все-таки камни с дефектами? Мы очень строго оцениваем и часто переводим там в худшие характеристики камни. Самоцветы закупают под дизайн колец. Исключение – эксклюзивные самородки. Коллекции создает собственный штат художников. В классическом стиле есть модерн, авангард и 3D-моделирование. Даже если компания планирует выпустить 100 одинаковых колец с драгоценными камнями, каждая колечко пройдет примерку с этими самыми камнями. Сейчас будет заливаться блок серебра 925 пробы. Если брать 100% сплав, то 92,5% серебра чистоты, соответственно, остальное медь. Добавки для прочности и цвета драгоценного сплава ювелиры подбирают сами, но строго по ГОСТам. Сплав делают в миниатюрных плавильных камерах. Каждая серия украшений, можно сказать, выращивается как дерево, но из воска. Воск выпаривается, и в гипсовой тубе остаются правильные полости. В них и заливают металл. В единственный, по сути, момент времени происходит стыковка вот формы для заливки, да, и самого расплава. Металл этот моментально влетает в эту опуку, заполняя все плоскости и полости внутри этой опуки. С такого дерева собирают богатый урожай. До 200 изделий. Срезали, помыли и можно украшать. Самая ответственная часть изготовления любого украшения – это закрепление камней. А можно мне попробовать? Смотря на то, что у вас нет должной подготовки, вы можете попробовать. Это пчелиный воск с пеплом, специальный захват для бриллиантов. За площадку. Шпицом, за площадку? Шпицом вниз. А руки дрожат. Да, ну как-то кривовато. На этом мы прервемся и доверим работу опытному ювелиру-закрепщику. Все кольца собирают за 2-3 дня, и так что швы от паяльника вы точно не заметите. Каждый этап под контролем, то, на чем экономят бюджетные фирмочки. Когда вставка закреплена правильно, она не выпадет, ну, практически никогда. Колье с мерцающей россыпью и пылинкой на эмали ОТК этого завода не пройдет. Здесь считают, что качество – это эталонное отсутствие дефектов и честной драгоценности. Сравнить можете сами, прогулявшись по ювелирным магазинам с профессиональной лупой. Но помните, безупречное украшение – дорогая ручная работа. Да, ослепительно. Да, вот это точно мое.